Да, кстати, вот здесь вот практически, ну, прям лежу, кайфую, можно сказать, да, то есть как бы не больно. Вот когда мне ставили на копчик две штуки дня два назад, да, вот там прям больно было, прям аж нога дергалась, ну, так слегка, правая в основном. Вот, потому что там именно у всех застойные явления, у всех, у молодых, у пожилых, у старых, ну, у любого возраста. Потому что, ну, там такое место, что вот у всех оно застойное, поэтому очень классно, что вот очень я рада, что мы решились, вернее, я решилась пойти и заняться своим здоровьем, профилактиком, лечением. И вот Игоря заодно с собой, он прям так упирался, не хотел, а сейчас прям так рад, что ему так нравится и массаж, и кислород. Ну, это же все для здоровья, в целях лечения, профилактики. Вот, поэтому очень круто, очень все здорово это.